Друзья, приветствую вас. Новый год наступил. У нас теперь все будет по-новому. Во-первых, хочу поздравить вас и себя, потому что у нас на канале 198 тысяч подписчиков на YouTube только. А нам нужно 1 000 000, 2 миллиона, 3 миллиона, такую критическую массу участников, чтобы мы могли решить свой главный вопрос – сократить кризисы и войны на планете и потребность в лекарствах. И чтобы каждый человек мог развиваться здоровым, меньше набивал себе шишек в жизни, поэтому мы даем этот ключ. А сейчас, видите, у меня белый холст. Это все будет по-новому. Будет новая картина. А теперь, видите, вон там вот, там наверху, где мы с Джигарханяном стоим на фотографии, и там мой портрет на какой-то книге моей, а рядом там дощечка такая, это 100 тысяч подписчиков Ютуба. А нам нужно, чтобы была еще одна доска, и сейчас будет, и еще одна доска, то чтобы у нас было миллионы. Это я повторяю, чтобы было понятно, что будут новые контенты, которых раньше не было у нас в интернете, и вообще ни в какой книге мира это не написано, и только у нас можно в школе «Человек будущего» Homo Futurus это получить. Поэтому подписывайтесь на канал YouTube, подписывайтесь на сайты Stress.su и Hasai.ru, подписывайтесь в наш Instagram, Telegram обязательно подписывайтесь. И я вот что хочу сказать. У нас сейчас предстоит вебинар. На этом вебинаре обычно бывает много приглашенных моих участников, почетных участников школы. Я их приглашаю, они туда входят бесплатно. В этот раз я не могу тратить сейчас время, потому что осталось несколько часов, рассылать им эти пригласительные. Они и так придут ко мне, я их приглашаю на отдельную конференцию, где мы будем разрабатывать новую стратегию. И, соответственно, получат нужный материал, который они не смогут посмотреть, как участники вот сейчас вот этого вебинара. Вебинар будет необыкновенно полезный. Поэтому смотрите под роликом ссылку прикрепленную, комментарий прикрепленный, там ссылка на вход на вебинар, как его приобрести. А участникам я рассылать сейчас не буду, потому что мы встретимся на этой конференции, которую скоро я объявляю. А теперь жду всех на вебинаре. До встречи, друзья. Делайте лайки, пишите комментарии, вопросы пишите важные, какие вас волнуют. Это развивает нашу школу. До встречи, друзья.